Друзья, всем привет! Мы находимся под Питером на командном кубке северо-западного форелевого клуба. Сейчас второй день уже идет. После первого дня мы первые. Всем привет! Будем выходить в финал. Сегодня второй день. Также играем 5 туров на хард, 5 туров на софт. Сейчас представлю нашу команду. Лыхин Алексей, Назаркин Анатолий. Уже ребята выстроились, сейчас будет начинать играть. Дима, Давыдов. Да. Сейчас играем с питерцами. В Питере с питерцами. Рома, Ваня и Кирилл. Где-то он ходит, вон Кирилл играет. Все, сейчас будет первый тур, буду по ходу рассказывать. Ну давай, перед стартом пару слов. Каких? Ну, про вчерашний день, можно сказать. Ну, вчера... У меня на старте много сходов было. Возможно, вот сегодня кое-что переделал. Там, поменял леску, крючки поменял там на толщину другую. Вот хочу проверить, ну, будет ли нормально работать. Сегодня будут ли на старте сходы. Но вчера интересно было, 35-35 сыграли первый тур. Да, играем команда, 4 человека играет команда. Команда, общий зачет. Ну, погода сегодня вроде тоже сразу солнышко. Вчера так пасмурно было. Ну, сегодня вообще другой день. Да, так что, думаю, интересно будет. Будем смотреть, болеть. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Как активно начали ловить. Пять, четыре, три, два, один, финиш!
Он ничья, Лёха. Выиграл. По-моему, ничья. Ты как? 10-8. Ты выиграл. Да, я выиграл 10. Ром, ты выиграл. Одну руку. 33. Я говорю ровно. 33. Я говорю ровно, все правильно. Ничья, да? Да. Бля, вторая ничья. Пацаны, простите, но я не знаю, у меня просто каждый заброс ход. Я не знаю, что делать. Просто он садится, сходит. Я и пробовал и флюр, и эстер, и шнур, и похеру, вот просто. Не снимай. Какое? Да со всех, Ром, бля, вот просто любую берешь и, блядь, любую нахуй. Первый тур отыграли 33-33, прям рыба в рыбу. Очень много рыбы, очень много сходов, пустых поклевок, там у Лехи обрыв был. Ну, при таком счете 33-33 и ничья, это, конечно... У нас вчера также день начался, также мы 35-35 вчера сыграли первый тур. Ну, рыбы много, сейчас она будет подсаживаться, сейчас уже будет поинтереснее. Но тут на скорость, чисто на скорость, но при этом и техника должна быть. В общем, интересно. Второй тур на хард. Играем с командой Max Fishing. Сильная команда. Тут вообще, несмотря на то, что мы под Питером, тут очень много московских команд, сильных вообще 12 команд участвует. Тоже не все могли попасть, только вот по приглашению. Собрали ребята самые сильные команды, поэтому сейчас будет тяжело. Здесь Арцанг. Отпустил. Выиграли. Сейчас выиграл 5-1, все получалось. Вот как это объяснить? В тот тур все сливалось, сейчас все реализовывалось. Какой счет у вас? 5-1. Ты выиграл. Да. 5-1. Алексей? 3-3. Все получилось? Ну, сходы были. Ну, вот сейчас с воблера свалилась одна. Победная, если в паре. Хорошо. Ну, ничего, давай. Надо, если... Ну, такая вот сильная команда, и хорошо сыграли. Ваня? 3-3 сыграли. Как оцениваешь? Нормально. Все можно получилось. Было больше ловить. Ну, сходов не все. Много, сходу, да? Да. Как думаешь, почему? Не знаю. Рыба такая. Ну, у всех сходы. То есть, я всех... смотрю, некоторые прям подсечка, она сразу на свечку. Да, на свечку. Вчера такого не было. Не успеваю, да. Надо что-то думать. Она выбрала исчезла. Как я стал там в первом туре, наверное. Рома, ты как? 4-4. Как оцениваешь? Сыграли. Ну, можно было лучше. Но были ошибки, сходы такие? Нет, сходов не было. В принципе, все, что клюнуло. Блесна, да. Облегчаться пробовал, но поклевок нет. Она тычет, но не доедает, что-то ей не нравится. Надо что-то поменять. А опять же, с тем берегом все поменялось. Тут все разное, опять же, работало. Будем дальше биться. Да, сейчас посмотрим, куда мы переходим. Играем третий тур уже. Уже рыбы не так много, уже становится все интереснее, приходится придумывать, соблазнять. Кирилл, с кем играем? Мы играем сейчас с Калининградом. До этого играли с Max Fishing.
выиграли их 15-11. Это я вижу. Это уже говорил? Это я уже говорил. Понял. Сейчас ловля будет интересна. Короче, тур. С другого берега, то есть каждый тур меняем берег. Это сказывается на ловле, то есть перестраивается. Приходится там поглубже, здесь помельче. В общем, есть свои особенности. Плюс солнечная сторона и теневая тоже есть особенности. Поэтому каждый раз, в каждом туре приходится перестраиваться. Вот сейчас ситуация поклевки происходит прямо у помоста. И вот ребята, все из нашей команды, по крайней мере, отсели. Вот они, вот Дима сидит, Ваня, Леха отходит, специально отходит от уреза воды, чтобы проводку слушать прямо до помоста. Такой тактический больше момент. Ну, и здесь он прямо решает, потому что вот я сейчас смотрел, вот Дима опять вот прямо рядом с помостом происходит пике. Поэтому надо отсаживаться и делать акцент именно. Красивая так, ну, эстетически. Да. Любо дорого посмотреть, да, сундучок у Алексея. Это как раз выбрано, не знаю, по настроению. Они такие вот, причем очень много есть. Ну, это, значит, ты на такое позитивное настроение. Вот, да? Попробуй пенточку сейчас. Потестим потом, если поймаю. Придешь, я тебя сейчас плюс 5 рыб можно чуть-чуть. Да, чуть попробовать. Да. Капельку попробовать. Хорошенькая. Ну, блёсеньки что-то не работали, а я все в них верил. Потом поставил воблер и выиграл. 2-1 проиграл, воблер поставил, 4-2 выиграл. Так, сейчас у нас какая будет? Еще два. Еще два. Сейчас зарыбление. Вот рыба. Да, немножко зарыбляют здесь. 100 килограмм. Ну, 100 килограмм? Да, 100, ну, по 100. Нормально. Очень 100. Сильно оживляют, да? То есть сейчас мы будем на яркие, наверное, цвета ловить. Да, как первый, ну, на старт. Как первый старт. Давай, пойдем. Кирилл, какой счет? 15-7. В пользу команды Only Spin. Уверенно, да? Выиграли, да, уверенно. Пробовали экспериментировать. Эксперименты показали. Ты экспериментировал? Я? Нет. Я на берегу. Я подсказывал, на что экспериментирую. Да. Мне нужно отдельное разрешение Романа Дулепу для эксперимента. Четвертый сегодня тур. Играем с командой Альянс. Это та команда, с которой мы на Кубке МФК были в финале. Тоже сильная команда. У нас сегодня вообще день сильных команд. Вот сегодня, сейчас будет заруба с Альянсом. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Димон, вообще красиво. Блять, надо его отвить, чем раз надо. Ну не ругайтесь, пожалуйста. Саня, она у тебя, напротив тебя. Вижу, господи, Лёх, ой, Ром, подкидывай, ты своим. Да. Это пошла ловля, блядь. Какой-то, блядь. Не ругайся, пожалуйста. Сейчас визуально Дима прям 2-3 рыбы поймал. Вот видите, проходит проход рыбы прям в метре от помоста. Он подкидывает коротким забросом и ловит 3 рыбы. Сейчас вот тоже ребята из Альянса увидели, как Дима ловит, начали также подкидывать. Работает эта свежезапущенная рыба, она ходит по 5-6 штук в стайке. И вот эти проплывы, она активно
проходит, и можно подкинуть и поймать. Вот. Блин, машина. Рыба. Рыба. Пустил 6-2. Рыба! Главное, пустила. Рыба! 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 Вань, какой счет? Отпустил. А? Проиграли в одну. Это была решающая рыба на последнюю минуту. Как ты, Димон? 6-2, да, Дим? Чего почувствовал? 7-2. Почувствовал? Ну, сейчас отпустил. Последнюю рыбу. Да. Напряженная игра была. Рыба в рыбу. Шли. Ты его когда тему увидел? Ты бы хоть на него глядел. Это просто... Ну, давай пару слов. Потом да. Как, напряженный был? 5-1 выиграл, но в целом 5-1? Напряженный. Да, выиграл, но напряженный. Напряженный, напряженный очень был, потому что общий счет прям рыбу в рыбу шли. И вот сейчас ну, ловля интересная там. 5 горизонтов. Ты визуально поймал какие-то? Не, визуального-то не ловили, а у меня такой рыбы не было. Она проходная. 7-2. 7-2. Поздравляю. Спасибо. Я напряжен. Кирилл. Счет. 14-1 в пользу команды Only Spin. 14-1? Да. Наверное, говорили решающая рыба. Три рыбы. Запас. Наверное, да. Специально так, да, чтобы напряжение надо держать, чтобы спортсмены ловили. Заключительный тур на хард. Играем с командой Санкт-Петербург. Ваня уже. Вот Рома поймал. Ваня уже тащит рыбу. О! Ну, соперники тоже сход уже. Алексей лажает рыбу. Соперник за жопом. Зачок, не зачок. Вторая половина последнего тура на хардбейт с командой Санкт-Петербург. Алексей! Алексей! Просто уничтожение. Счет 21-5. Счет 21-5. Сейчас. Уничтожение команды Санкт-Петербург на их территории. На их поле раскапы. Это 22-я. Алексей! 2-1. Дима. Как сейчас оценишь? Выиграл 3-2. У кумира своего, Женя Лебедя. А вот кумир. Молодец. У меня что-то сломалось немного. У меня очень много сходов стало. 3-2. Выиграл. Общий счет. Санкт-Петербург.
Плевало так же, но вот сказал. 25-7. Все, сейчас большой перерыв. И потом резина. 3, 2, 1, старт! А, нечестно. Ах ты! Рыба. Рыба. Отпустил. 2-1. Рыба. Вот пошла. Отскакивай. Рыба. Отпускаю. 2-3. Рыба. Отпускаю. 3-3. Так. Просто бы, если бы отцепился, был бы зачет, а не отцепился, не зачет. 6, 5, 4, 3, 2, 1, финиш! Так, друзья, сейчас вот финальная часть была. Не успел я даже подготовиться. Должно было полчаса быть до старта, в итоге мне кричат уже 3 минуты, добежал. Но сейчас мы выиграли у первой команды. Соперника выиграли, 4 рыбы перевез. Сейчас переходим, сейчас хоть подготовлюсь немного, вообще не успел ничего сделать. Ну, я в паре проиграл 3-4. Я хоть потом на себя в передачу посмотрю. Передача начинается. А мы все ваши смотрим, между прочим. Ну и учитесь. Может, ты мой кумир, а кто-то не знает. Все как у людей. Ну все, я бисер. Хватит это терпеть. А? Сейчас бисер. Ну давай скажи. Ай! Застежки, да, Толян? Да. Застежка же весит что-то. Сбивает там как-то. О. Рыба.
Отпустил. По одной. 3, 2, 1. 1-1 у нас? Вот это заруба. Там какие счета. Так, мы... Я 1-1 сыграл, ну, прям минимум. То есть рыбы там вот в углу много довольно было. Я думаю, мы выиграли. Выиграли? Мы в итоге выиграли? Выиграли в итоге или нет? Мы выиграли? Я не знаю. Кто считал? Какой счет у нас? 1-1. А, плюс 5, вот Серега говорит. Плюс 5 или плюс 6. Там Ваня затащил, да? Вань, сколько? Чоколь. Затащил. Угол, в углу рыбы очень много. Вот у нас тут вообще еле-еле по одной штуке. Один сход еще, все. Так, сейчас следующая команда. Перемещаемся. Ну, ловля уже такая, на бисер. Ловим на бисер, еле-еле погружается, чуть поддергиваешь такая. Мы его фидер называем. Такая московская школа ловли. Так, минута до старта. Играем с командой из Калининграда. Рыба. О, ничего себе, у меня тут еще какой-то крючок. Так, отпустил. Один. Достал у нее из пасти крючок. Ну, мой отсоединился сразу в подсаке, а у нее в пасти крючок голый торчал. Причем голый. Рыба. Отпустил. 2-1. 2-1. Рыба. Отпустил. 3-1. Да. 3, 2. Рыба. Отпустил. 4-2. Так. 5-3 я выиграл в своей паре, ребята выиграли тоже, с каким счетом, в общем, сейчас посмотрим, ну, выиграли, в общем. 26-12 Калининградом. Так, играем с командой Альянс. А,
Она ждала меня. Рыба. Отпустил. 1-0. Форель. Отпустил. 2-1. Рыба. Отпустил. 4-3. Я отыграл в своей паре. Общий счет сейчас узнаем, какой. С Альянсом играли. Лех, какой общий счет? Общий 19-16. А, ну нормально. Количество рыб сказать пойманных спортсменов. Последний, заключительный тур у нас сейчас будет на резину. Играем с Питером. Я в запасе. Сейчас поменялись. Будут играть Ваня. Женя. Из другой команды. Дима, Кирилл и Леха Лыхин вышел. Сейчас посмотрим. Последний тур как отыграем. Потом будем решать, кто будет играть в финале. Такая активная ловля, пассивная проводка, активная ловля на очень легкие приманки, там 0,07 вес, 0,1 вес грамм головки плюс резина, получается очень медленно тонет. Мы такую ловлю называем фидер, когда нападение, она ее жрет. Что молчишь-то? Вот я тебе сказал, одна тут что, это так, а вот вторую прям сказал. Окей. Ну, я сейчас сделал то же самое, только с флипом. Отпустил 5. Зачет. Сейчас пятерцы вперед урвались. Фидер уже вот такой, как я рассказывал, не работает практически. Вот только в углу Ваня ловит на такую тему. А сейчас активная проводка. Флип-ворм чуть тяжелее и довольно быстрая активная проводка. То есть уже начала на этом. Фидер практически выключился. Быстро очень все меняется. Ну и солнце скрылось. Погода как-то поменялась, не знаю, но предпочтения прям резко поменялись. Рыба. Есть.
тут можно заводить уже даже после сигнала финиш. Например, в Москве всегда на них не зачитывались, когда заявили, здесь можно, но это, наверное, лучше даже. А, Димон. 7-3 проиграл. 8-3. А, вот, сейчас. 8-3 проиграл. Ну, пробовал, экспериментировал к финалу. Ну да, мы уже железно в финале, поэтому сейчас надо было... Но все равно у него интересная тема, она может в финале сработать. Как тренер, более дайте. Быстрая ловля такая, другая. Готовьтесь к финалу? Да. Так, ну мы точно в финале, поэтому сейчас ребята больше экспериментировали, чем играли, но все равно как бы с большим счетом проиграли. Поэтому я с вами сейчас прощаться буду. Я с вами буду прощаться. Финал будет отдельное видео. Сейчас отборочный тур мы завершаем. Какой счет? 19-24. 5 рыб. Спасибо. Так. Все, друзья, на этом пока. Смотрите, через пару дней выложу финальную часть. Вот Алексей может пока сказать. Пока всем. Увидимся в финале. Пока. Да, я уже там вот это видел.